Семейные отношения всегда имели важное значение в жизни людей. Каждый человек так или иначе стремится завести семью. Но зачастую, вступив в брак, молодые люди сталкиваются с трудностями. Супруги, которые не смогли справиться с проблемами, подают документы на развод. Непрочность современных браков в значительной степени определяется тем, что у молодежи не воспитывается истинное уважение к институту семьи. Именно этой теме посвятили семинар, который провели специалисты Центра «Портал». А участниками мероприятия стали студенты и члены клуба «Моя семья». Идея такого семинара в Центре досуга молодежи «Портал» возникла совсем внезапно, как крик отчаяния того, что сейчас происходит с молодыми семьями современными. По статистическим данным нам известно, что молодая семья в среднем проживает вместе совместно 2 или 3 года. Часто происходят разлады, конфликты, разводы в семье. И поэтому мы пришли к такому выводу, что нужно провести семинар-совещание. Мы надеемся, что молодежь города Лабинска, а также молодые семьи, которые присутствуют на нашем мероприятии, получат ответы на заданные им вопросы, а также усвоят урок, и у них получится создать сплоченные, дружные, крепкие семьи. Специалист ЗАГСа рассказала о том, что подразумевается под словом «семья». В своем выступлении Ирина Пащенко подчеркнула, что общая проблема молодых – это неосведомленность в вопросах брака. Ведь зачастую, создавая семью, они полагаются лишь на силу чувств, а семья представляет собой сложную систему отношений. Она объединяет не только супругов, но и их детей и других родственников. Дружная и крепкая семья – это большое счастье. Счастье, которое можно построить своими руками, своим терпением, мудростью и пониманием. Важно помнить всегда, что процесс создания семьи – это прежде всего забота о своем будущем. Создавая окружение, мы создаем свою жизнь. Выбор супруга должен совершаться один раз и на всю жизнь, настаивают представители православной церкви. О таинстве брака на мероприятии говорил священнослужитель Свято-Успенского кафедрального собора отец Дмитрий. Сегодня мы видим, что существует такой кризис семьи, ценности. Нельзя сказать, что мы их утратили, мы их, наверное, немножко забыли. Конечно же, в нашем молодом поколении сейчас нужно воскресить вот это, да. Сейчас как раз и дни такие пасхальные, мы всем говорим «Христос воскресе», поэтому оживить нас все доброе, хорошее, чтобы у молодежи было желание создать семью, ну и стремиться, чтобы и здоровый образ жизни вести, и как-то, чтобы взаимопонимание, да, и любовь присутствовали в этой семье, между супругами, между детьми. Нам сегодня этого крайне не хватает. Очень поучительное мероприятие, очень хорошее мероприятие проводит Центр досуга молодежи «Портал». Сегодня он рассказал нам про брак и семью. Как бы я в дальнейшем собираюсь тоже создавать семью, было очень интересно послушать. В семье самое главное – это взаимопонимание. И если человек хочет, чтобы была хорошая семья, это как сад. Если человек хочет, чтобы у него сад был красивый, то его нужно возделывать. Семья – это большой труд. Это не просто эмоции, это не просто, но временное желание какое-то. Это большой труд, это принятое решение, и это верность тем словам, которые люди говорят во время бракосочетания, в ЗАГСе, которые они говорят во время венчания. И это очень важно, чтобы оставаться верным всему обещанному, что человек обещает. И самое главное – прилагать труд и никогда не опускать рук. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алабам».